Девушки, поверьте, это работает закон поля. Он для всех одинаковый работает. Люди у меня вскрывают семейные тайны, про которые не знали, понимаете, не знали. Они переходят в какого-то родственника, и тут открывается измена, умерший ребенок, какая-то история давно забытая. И когда они потом идут к родственникам и спрашивают, а те им говорят, откуда ты знаешь, откуда ты можешь это знать? Как она для вас выглядит? Кто она для вас здесь? Может быть, тетка с дубиной. Хочется послушать, хочется по голове ударить. Хоба, смотрим фильм, давайте.